По инициативе Фонда развития социальных проектов «Самрук Казнатрест» в Экибастузе и Павлодаре были построены вот такие многофункциональные спортивно-игровые площадки. Проект был осуществлен Экибастузской станцией ГРЭС-1. Надеемся, что будет импульсом для детей в спорте, развития спорта. И дальше еще несколько проектов рассматривается по улучшению детских площадок, постройка. И благодарим Акимат тоже содействие. Площадка оснащена всем необходимым. Развлекательное оборудование рассчитано на разный возраст детей. Отдельная территория отведена под спортивные тренажеры, что очень удобно для приверженцев здорового образа жизни. Что примечательно, поле с искусственным покрытием зимой заливается водой, и площадка превращается в ледовый корт. В числе первых работу подрядчиков оценил глава города Нуржан Ашимбетов. Местные жители сразу же воспользовались случаем обратиться к нему. Мы довольно долго этого ждали. Вы знаете, мы настолько вот рады, настолько взрослые дети. Точно такую же площадку горожане попросили установить и в районе вокзала. Руководство отреагировало положительно. А пока что прелестями новой игровой зоны с самого открытия пользуются дети на улицах Машхуржусупа 32 и Маншук Маметовой 67. Очень классная площадка, хорошая. Здесь могут играть как и дети, так и ученики, и школьники, играть в футбол. Мне очень нравится эта площадка. Тут тоже могут всех возрастов люди играть и заниматься на спортивных на тренажерах. Мне очень нравится эта площадка. Площадка!